Она домой пошла. А? Домой пошла. Почему? За одеждой. За одеждой, чтобы купаться. Она вернется. Ну, на обед это, она трудилась. Она работала. Она обязана кормить. Я ее приглашал, она отказалась. Я говорю, не буду. Не будет, мы ее да? приглашали. Что дело другое? Кто? Боже, мило сегодня не грешному. Создал ее, Господи, помилуй меня. Шестое согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Владыка неба и земли, освети дары, посылаемые Твоей щедрой тесницы. И научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Мы всегда делаем разборку дел, поведения. Я не знаю, сколько групп тут работал. Первый час на кухне, как дело было. Замечательно, хлеб пекли. Так, я говорил, чтобы одна из девочек всегда была на кухне. Было выполнено? Да, заходили, но не всегда. Потому я не говорил слово «заходить», у меня в лексиконе не было. Я говорю, чтобы она от начала до конца была и записывала. Шкурили. Чтобы после вас осталось потомство умеющее. Я на кого слова тращу-то? Подставляй лоб. Они шкурили. Шкурили они, у них был план. Да про это разговора не было, пусть шкурят. Но один, попеременно, сегодня одна, да. Завтра другая. Это понятно? Да. Как ты могла допустить это? Ну, видишь, рассматривайся. Ну, все. Наказать даже, это жалко. А ты без рукавов? Да не натянешь. Да нет, они у меня вот как. Она работала. Ну, ладно, значит так, сколько их там было? На огороде? Да. 5 человек. Я говорил, 45 минут работают, 15 минут отдыхают, играют. Ну, под присмотром старших. Да. Потому что они начинают дурить, и доску или как ударит, и большая неприятность будет. Там турники есть, они могут все делать, но делать в рамках того, что показано. Как именно заходить, где лицом поворачиваться. А когда делают не так, на дороге авария. Это красный свет есть и зеленый. Зеленый – это то, что я говорил. Дальше. Рот закрывает. Вот разденье, ты стоит, то ли мух ловит, как козадой, такая птичка есть. Мы работали с Володей, с Владимиром Александровичем. У меня всегда такое мнение, вот, будто бы у нас самая интересная, самая трудная работа. Это, ну, выкорчивали все буквально. И притом не рвали, он косил, а с корнем пытались подрезать. Потом меня барабаш повез на разрез, искать, где брать большие валуны, я говорил. И все нашли. Теперь только Терентий на поле освобождается, завтра люди, и всю силу туда, ребята, клинят, топоры, не топоры, а там кувалды, и скорее возить туда, а тут скорее чистить, пока погода стоит. У нас все известно как. Но тут не надо говорить. Две большие яблони отжившие, большие и огромные яблони. Их убрать не могли никак. Пришел Роман, помог, мы убрали. Расчехвостили, территорию разбили, с этой стороны грани не было, возвели грань. И очистили ее грань, чтобы как просеку. То есть такая работа вообще. У них там вода не совсем, как будто бы что-то нравится. И барабаш приезжает брать сюда с банками. Ну, там где на углу. Так, эти двое работают. Кто из вас старше, я не пойму, Вадик. Из кто кого? Старше-то? Кого старше? Жертвы-то, кто из вас старше был? Ну, он старше меня. Старше. Старше имеет преимущество перед нашим тем, что может о нам заботиться, подготавливать, как назвать, фронт работ. Я этого не увидел. Сучки не обрублены, тот каждый сучок обходит, а старший даже как будто не видит. То есть вот эта небрежность отношения, она везде сквозит. Я в дело говорю или нет? Поставь, чтобы никогда этого не было. Кто ниже тебя, ему надо помочь сучки срубить. Он держит это время, она жертва длинная, переворачивается, сруби, и тогда у него нож идет прямо, каждый сучок он обходит со всех сторон, каждый. Ну, на машине ехать и вылазить, каждый камень убирать за руки. Ну, ты впереди прошел, мы с ребятишками ходили, идем, все стеклышки, что на дороге, все убираем, собираем, и где-то лопатой закапываем. Почему? А они на машине едут, он не может выйти, а мы идем пешком. И дети приучились, прямо целые охапки набирали. Ну, и после нас дорога чистая. А нет, смотришь, там проколол, здесь проколол. Вот поехал Роман встречать. Вот, и моя минута. Ну и все, и проколол. А так как чинить нечем, тащили, и вся покрышка в дребезге, а это уже за 1000 пошло. Вот оно так. Норма. Так как эти работали?
Ребятишки-то что делали? Пололи на огороде лагерном. А? На огороде лагерном пололи. А, и что-то делали? Конечно. Какие на них есть жалобы? Как ну, Коля, пару раз, нет, Коля работал со мной рядышком, работал хорошо, ну, по силам, все нормально. Вот я рад, ребята. Мы дальше говорили о том, что у нас есть возможность не дожидаться, когда вода прогреется. Здесь нельзя купаться. До июля, еще полмесяца. А здесь вода уже теплая, как щелок. Но там комары. Я спросил, вы пойдете на это? Возьмете там веточки, но они, говорят, нужды нету. Значит, их проводить, и чтобы там кто-то взрослый, ну, женщина, если это вам вместе можно искупаться, а мужчины там где-то сокрыться надо, подождать, когда мы так делаем. Мужчины провожают, посидят, уйдут, лягут. Там. Я лежу, они уйдут, меня не разбудят, я сплю, лежу один. А кого караулят, полутенни. Значит, поедите и купайтесь. Кто поведет? Тот, кто старше 16 хорошо плавает. Нет. Давайте я спать. Пойдешь? Пойду. Значит, Тася, раз. Этих твоих трое. Четыре. Вот это пятая. Пять. Так, пойдешь, Наталья? Да. Наташа, шестая. Наташа, ну сходи, так не знаю. Нет, а мы здесь на кухне будем делать. Вообще, уйти нельзя? Я могу сходить, я не знаю, дорога. Что же? Все, оставьте, сходите, искупайтесь. Это завтра доделаете. Не от меня. Мы не приступали еще. А? Мы к шторкам не приступали, только раскроили. Ну, хотите искупаться-то весь? Или потом отдельно сходите? Хотим, конечно. Вы будете знать, где хотя бы знать. Это пруд южный, самый красивый. Да, мы недолго будем. Если я с вас чем снимать, вы снимайте там. Это красота неописуемая. Такое озеро. Хорошо. Внутри я одна к одной белой березке, как выстроенная. Поворачивается сразу, как одна зеленая осинка. А осенью они как огнем политые все. Свечи горят. Вот тут свечи горят, да, и все. Дыбунов где купался. В воде как свеча отразится. За стол. Спасибо. Одевайте нам воды. Мы перепотели. Кисель, какой кисель у нас. Мне чай. Это? Мне чай. Вкусный. С листьями. А какие листья? Смородины? Или нет? Мелисса. Мелисса? Нет, это не мелисса. Смородина. Да. Ну, не только. Там перемешку с кем-то, да? Травянистая. Наталья. Наталья. Thank you.